очень круто, потому что скоро Новый год. С добрым утром, малыши! Мы продолжаем ждать его вместе с Хрюшей и Антоном Зорькиным. Ведь в хорошей компании время проходит очень быстро. Это точно, Хрюша. Ребята, вы же помните, что в России живет не один Дед Мороз. Продолжаем знакомиться с остальными. В Ямало-Ненецком округе есть свой Дед Мороз. Его зовут Ямал-Ири. Он носит национальную северную одежду, малицу и кисы. У него длинные седые волосы, волшебный посох и бубен из оленей шкуры. С его помощью он отгоняет злых духов от тех, кому приходит в гости. Несмотря на то, что живет он у самого края земли, это, пожалуй, самый современный новогодний старец. Он легко управляется не только с упряжкой оленей, но и со снегоходом. А еще ему можно позвонить на мобильный телефон или отправить сообщение. Для тех, кто только что проснулся, напоминаю, мы продолжаем ждать Новый год на канале «Карусель». И сегодня у нас в гостях участницы группы «Мечта» Ульяна и Яна. Привет! Привет! Девчонки, рассказывайте, за что вы любите Новый год? За новогоднюю атмосферу и ожидание чудес. За праздничное настроение, за то, что можно много времени провести с семьей и друзьями, украшая елку и весь дом. За долгожданные подарки и веселье. Ага, хоть Новый год еще и не наступил, но веселье я вам уже могу гарантировать. Внимание, волшебный хрюк! О! Вау, чудеса! Догадываетесь, что это все значит? Не совсем. И это все понадобится для веселого конкурса. А правила такие. По команде вам надо залезть в мешки и проскакать в них вокруг наших елочек. И вернуться обратно. Кто быстрее это сделает, тот победил. Понятно? Да. Готовы? Да! Тогда на старт, внимание, марш! Со сверхскоростью девчонки ныряют в мешки. Мешки и начинают прыгать. Так, 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 так. Ух ты! Ура! Молодцы! Девчонки, вы одновременно пришли к финишу, а значит, сегодня вновь победила... Дружба! Ура! Ну что, вы рады? Да! Ребята, запоминайте веселые конкурсы и играйте в новогоднюю ночь! А еще смотрите канал «Карусель» вместе с нами! С добрым утром, малыши! С наступающим! Лесные закоулки, снежинок звездопад, хрустальные сосульки сережками висят. Среди могучих елей, ведущих хоровод, плетется еле-еле ушедший старый год.
хорошие ребята. С вами Маша, Филя и Бультобзор. Как тебе мое творение? Так, дай-ка посмотрю. Ой, мне нравится. Да, мне тоже. Жалко, что мне не хватит шаров, чтобы нарисовать каждый мультик, который выходит на нашем канале. Не только шаров, но и краски не хватит. И елки, потому что мультиков очень много. Ну ничего, я думаю, этих украшений будет достаточно. Что нам еще осталось подготовить к празднику? Что-что? О, угощение для новогоднего стола. Салат оливье, селедку под шубой. Как-то не оригинально. Я знаю, кто нам даст совет. Майя из сериала «Волшебная кухня». А, точно! Раз, два, три, Майя в гости, приходи! Привет, Майя! Здравствуйте! Майя, подскажи нам какое-нибудь интересное новогоднее блюдо. Легко! Давайте приготовим имбирное печенье. С чего начнем? Смешаем масло и сахар, добавим яйцо и 3 чайные ложки меда. А дальше? Стакан муки смешаем с имбирем, корицей, кардамоном и гвоздикой. Ароматную смесь добавляем в тесто и остужаем в холодильнике. А зачем? Чтобы проще было раскатывать тесто и вырезать из него красивые фигурки. О, понятно. Теперь можно запекать. Такое печенье можно не только есть, но и украсить им новогоднюю елку. Это меня хозяин волшебной кухни научил. Здорово. Филя, ты все запомнил? Почти все. Ну тогда после эфира попробуем приготовить. Да. Майя, спасибо тебе большое. Ты еще к нам придешь? Обязательно. Готовьте с удовольствием. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пока. Пока. Так, украшения есть. Угощение будет. Чего же еще не хватает для праздника? Чего? Развлечений! Так это просто, давай подберем лучшие мультики для новогоднего настроения. Давай! Для начала спросим у прохожих, какой мультфильм они считают самым новогодним. А вы любите в Новый год мультики смотреть? Очень любим. Какие именно? Погоди. Про снеговика еще мультик был. Про снеговика, да. Смешарики тоже новогодние серии мы смотрим. Еще 12 месяцев что-то такое припоминается из детства. Ребята, какой мультик считаете самым новогодним? Простоквашино. Самый новогодний — Щелкунчик. Мне нравится Простоквашино. Мне очень нравится «И падал прошлогодний снег». Из «Ну погоди» есть серии новогодние. Для меня самый новогодний, да, это 12 месяцев. А какая самая новогодняя песенка? «Кабы не было зимы», любимая с детства. А можете спеть? «Кабы не было зимы в городах и селах». Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? Лично я люблю в Новый год пересматривать старые мультики. Например, вот этот. Когда зажигаются елки. В нем Дед Мороз и Снеговик поехали в детский сад поздравлять детей, но потеряли 2 игрушки. Подумать только, потеряли. Ай-яй-яй, выходит, что Люся и Ваня без подарков останутся. Еще один хороший мультик — «Мороз Иванович». В нем Дедушка Мороз дарит хорошие подарки тем, кто много трудился. А вот мечты ленивой девочки не исполняет. Замечательный зимний мультик «Умка ищет друга», где маленький белый медведь узнает, что такое Новый год. Мама, горит что-то. Где горит? Вон там. Елка. А с чем ее едят? Ее не едят, ей любуются. А какие мультики вы смотрите на Новый год? Пишите на почту mult@tvclass.ru. Филя, у меня есть для тебя одна грустная новость и одна веселая. Начинай с грустной. Сегодняшний мультобзор последний в этом году, и он, к сожалению, подходит к концу. А какая веселая новость?
После праздников мы снова выйдем в эфир и встретимся с нашими зрителями. Ой, ребята, пишите нам на электронную почту о том, как проходят ваши новогодние каникулы и какие мультики вы смотрите. Будем ждать ваших писем, фотографий и рисунков. С наступающим Новым годом! Отличных праздников! Пока! Любимые наши девочки и мальчики, а также родители и все, кто смотрит нашу программу. Мы с Инной хотим поздравить вас с наступающим Новым годом! И пожелать вам радости и удовольствия от каждого нового дня, чтобы сбылись все ваши мечты. И любые желания. Чтобы не было ни одного повода для печали, а на ваших лицах всегда светилась счастливая улыбка. Успехов и удачи во всех делах. И, выражаясь языком нашей рубрики «Хрю-шеф», желаем вам всего самого вкусного! А еще не пропускать выпуски нашей программы! Потому что вас ждет огромное количество новых рецептов. Так что готовьтесь! Будем готовить! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Ой, ребята, впереди самый чудесный, самый волшебный праздник – Новый год. Надо встретить его с песнями, интересными конкурсами и хорошим настроением. Давайте вспомним и споем вместе классные новогодние песни. Предновогодняя погода, предпраздничная суета. Снежок за окнами, с тобой сегодня мы решили вместе чудо ждать. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке, топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут по стрелке, носики бегут страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики. Забудем все обиды, забудем темы ссор пустых и все печали дней, как прошлогодний снег. Давай оставим я и ты. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке, топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут, а стрелки в носики бегут страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки в носики бегут страну поздравить с Новым годом. Ла-и-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, страну поздравить с Новым годом. Веселимся от души, каждый день он самый лучший. С добрым утром!